Подсудимый Достоевский. Военный суд находит подсудимого Достоевского Федора Михайлова виновным в том, что он, получив в марте месяце сего года из Москвы от подсудимого Плещеева копию из преступного письма литератора Белинского, читал это письмо в собраниях сначала у подсудимого Дурова, потом у подсудимого Петрашевского и, наконец, передал его для списания копий подсудимому Мамбелли. А потому военный суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского Федора Михайлова. Не может быть, чтобы нас казнили. Распространение преступного о религии гробы. Письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева лишить на основании свода военных постановлений дворянского сословия состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием. Братья, перед смертью надо покаяться. Кающимся Господь прощает грехи. Батюшка! Вы все исполнили! Больше вы здесь не нужны! Первых трех к столбам! Готов!